ну, смотреть, не знаю, по мере возможности, сколько будет времени. Я путешествую, поэтому у меня не особо нет времени даже новости посмотреть. Вот сегодня с утра узнала, там, кого-то допускают, кого-то не допускают. Но в целом, конечно, буду болеть за нашу сборную. Желаю им успехов и удачи во всем. Очень обидно то, что многих наших спортсменов не допустили, потому что я сам занимаюсь легкой атлетикой уже не первый год. Ну, конечно, уже не так будет интересно смотреть. Как хороший клуб не найдешь. Ну, да. Ну, это, в этом политика вся заключается. И тут я не могу ничего сказать. Олимпиаду? Вряд ли, знаете, работы слишком много, да и смысл. Ну, потому что с этими со всеми скандалами там половина не едет, вторая половина непонятна. Не совсем понимаю, политики так хватает в нашей жизни. Как думаете, какие шансы у наших команд? Ну, есть, конечно, шанс выиграть. А сейчас, тем более, нужно обязательно выиграть после такого, что сами сделали. Патриотизм самое главное. Вперед, Россия! Какой вид спорта любите? Всех видов. За Россию, конечно. Как думаете, победим? Победим. Должен победить. Что надо доказать миру, что Россия есть Россия. Я думаю, в борьбе. У нас очень сильная борьба, плавание. Ну, в легкой атлетике тоже у нас есть возможность. А их допустили? Отличиться. Ну, я, честно, не знаю. Их не допустили? Не знаю. Ну, все, значит, никаких нам побед. Почему? В борьбе, я думаю, наши все-таки одержат. Думаю, шансы у нас побольше. Боятся наши. Нравится мне плавание, синхронное плавание. Нравится, как наши девушки выступают. Но вот обидно, не знаю, будут они у нас выступать или нет. Поэтому это, мне кажется, дело чести каждого гражданина России, смотреть, переживать и желать победы своим спортсменам. Это наша удача должна быть. Все будет хорошо, правда, свое место найдет в жизни. И наши сильнее всех, потому что Россия, она не просто сильная, она сильная духом. И правда восторжествует, и те, кто был неправильно по отношению к нашим спортсменам, он поймет, что он был неправ. Я думаю, что мы выиграем, обязательно победим. Я очень сильно болею за всех. Я всех обожаю спортсменов. Я думаю, что все будет хорошо. Они у нас, конечно, победят, покажут, что лучше всех. Мы должны не то что просто победить, мы должны победить в два раза, чтобы как бы не было обидно тем спортсменам, которые не поехали на эти игры. Так что мы должны забрать все золото.